Добрый день, уважаемые гости, посетители нашего музея. Мы рады вас видеть и приветствовать на открытии «Родной край». На выставке присутствуют почетные гости. Это Конова Ольга Владимировна, начальник отдела культуры Крымского районного исполнительного комитета. Масиха Сергей Николаевич. Громеев Владимир Степанович. Вырва Антон Александрович и Кожанов Роман Леонидович. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости, жители города Кричево. Мы рады приветствовать вас на открытии выставки «Родной край». Очень приятно, что в преддверии такого знаменательного события, столетия со дня образования Кричевского района, мы собрались в этом зале для того, чтобы лицезреть картины, кричевские пейзажи, написанные нашими земляками, художниками, выходцами из города Кричево. И впервые эти работы объединены, да, то есть впервые четыре художника представили в одном зале свои работы. Мы благодарим вас за то, что наши живописные кричевские пейзажи, нашу природу, что все это известно не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество абсолютно в разных формах. Спасибо. Спасибо вам. Выставки для нас сюрприз, да, первоначально мы не готовились, не планировали, но это еще повышает статус нашей выставки. На церемонии открытия присутствует Глеб Анатольевич Вольчик, председатель Союза художников Беларуси. Не мог не заехать, потому что было на сегодня заседание оргкомитета у Климовича, я видел, что сегодня открытие у моих сябров, коллег. Конечно, подтримать их и першиню я в этом чудовном палаце. Что хотелось бы сказать про этих мастаков, это то, что они, как и я, узрощены великой рекой Сож. Да? Они выросли на этой реке, и это, саправды, великую энергию им дает, натхняет их, возмоцняет. Я вижу, как они учились, как они росли, как вступали в союз. И, саправды, это вельми талановитые мастаки, которые славят нашу батьковщину своими талановитыми творами, потому что у них что объединяет их всех четырех, что в их творах есть душа. Поэтому, хлопцы, я вас вишую за этим этой выставы. Надалее желаю, как вы дальше славите нашу батьковщину. Своими творами. Дякую. Теперь, конечно, слово, да, хозяевам, если можно так сказать, торжества, нашим художникам, художникам Крымской школы живописи. Я вас попрошу по очереди, наверное, по старшинству, буквально, да, пару слов, ваших пожеланий всем нам. Пожалуйста. Добрый день всем, уважаемые сябры. Это первый случай, когда действительно мы вчетвером представляем работы свои команды. Антон и Роман – это бывшие ученики художественной школы. Кстати, они стартовали у нас в Крымской школе. И Глеб Анатольевич, и Андрей Олегович, и Антон, председатель Союза, все собрались. Это свято, не более, я не знаю, тебе жулишь. Как все совпало, так сошлось, все просто чудо. Невзирая вот на эту погоду, мы сейчас писали, кстати, на «Слой любви», все это снято. Так что я очень доволен, я уже в таком возрасте, ну еще молодой, конечно. Одна из моих работ в 79 году написана «Чайка». Это единственная работа, когда были большие паводки, значит, я ее по памяти, у меня была лодка, висела, я сам делал. Есть был на ней пассажир, да? Приехал домой, написал номер, Роман, Василий Николаевич, выставьте. Я говорю, у меня есть период, вот этот серебряный. У меня и Давыдович Сергей Федорович, мы Могилевы, живет вместе мы в студии, Рашенко, начинает. Но Сергей, возвращайся, когда я в университет Максима Танка поступил, свой серебряный период. Но это был период, мог привести, что не женатый, буду говорить, на самом чистый год человек. А потом женился, ну, проблемы начались, ну, мы все немножко как бы затягивает. Может, мере воззрения, ну, как бы ты умнеешь, вот это вот, да? Но вот этот период юности, молодости, восприятия мира, это мне было 22 года, сейчас мне, слава богу, 60-е годы. Поэтому спасибо вам, что вы не взирали на подобные условия, вот на такие, кто к нам пришли. Это дорогого стоит, поверьте мне. Мне задали сегодня вопрос,
как люди интересуются, а как люди выходят вообще на солнце. Вот туда, раньше в старину, когда паводки были большие, толщина льда была побольше, и он крушил все на своем ходу, то люди выходили на берег просто сажать и смотрели на Уссурию и везде. Вот было такое, знаете, не было телевизора тогда, не было тем более интернета, они тесно даже из природы. И я бы хотел, чтобы вы посмотрели вот наши уголочки, кстати, у меня вообще написано с натуры, единственный вот, я пишу только с натуры, снег валит, снег разгребаю, 22 мороза, я пишу 30 минут, краска замерзает. Было это. Так что, пожалуйста, смотрите, мы на суд вам представили работу, и хорошо, если бы вы свои искренние отзывы написали, критику тоже, это очень полезно, поверьте мне. Я спасибо. Я хочу сказать, что критических художников все-таки объединяет это наша малая родина, где мы родились, выросли, живем и занимаемся творчеством. В основе творчества критических художников это лежит прежде всего изображение родной природы и родных мест, которые раскрыты и показаны в их произведениях. Дело в том, что по сути наши художники критические, они пишут на своих полотнах родную живописную историю своих родных мест и окрестностей, которые их постоянно вдохновляют, потому что они постоянно, Антон и Роман, возвращаются к Личеву, чтобы опять вспомнить свою, так сказать, вот, учебу, СОЖ, который мы питали с учебой, со школы художественной. И вот и мы встречаемся, едем вместе, пишем. И мы пишем, вроде бы, это уже самое место, но тем не менее никто никого не повторяет. У каждого уже свой есть стиль, который выработался на протяжении всей творческой этой жизни. Вот. И, ну, я хочу поздравить всех с открытием выставки, пожелать всем здоровья, добра, благополучия, мира. Вот. А любителям и ценителям искусства приятных минут общения от прекрасного. Спасибо. Много где выставлялись и за рубежом, и в Беларуси, но вы знаете, всегда очень приятно и очень волнительно выставиться у себя на родине, потому что, ну, вот здесь представлены работы в основном Печерского края, Печерщины, и я думаю, многие люди посмотрят и увидят знакомые места для себя. Вот. И как-то, может быть, по-другому будут проходить мимо, по-другому на все это посмотрят, да? И хочется, ну, вот так вот, действительно, оно удачно очень совпало, и что... И мы как-то вот давно планировали выставиться в музее, и пришло предложение от руководства музея, за что им большое спасибо, выставиться. И все так удачно совпало, вот. И мы, конечно, откликнулись с удовольствием и сделали, ну, я думаю, удачную экспозицию. Вот, поэтому, я думаю, вам выставка понравится. Да, что... Хороший подарок стоит за район. Да, да. Спасибо. Спасибо. Ну, ребята уже сказали так хорошо все. Я просто дополню, что... Хоть я уже давно живу в Минске, но я счастлив, что у меня есть малая родина. Я счастлив, что у меня есть здесь дом, что есть родители, что есть куда приехать, что есть где подпитаться морально, духовно, душевно. Мне здесь очень хорошо работается. Я счастлив, когда мы встречаемся с художниками на берегу реки Сож. Это в любое время года. Вот сегодня мы писали «Жара», а мы пишем и при морозе лютом. Поэтому для нас это круглогодичный такой творческий процесс. Вот. Спасибо вам всем большое, что вы пришли, нашли время. Мы очень рады вас всех видеть. Вот. Очень приятно. И хочется поблагодарить руководство музея в лице Владимира Владимировича, что пошли навстречу, организовали нашу выставку. Потому что Кричевская школа живописи, я считаю, это вообще уникальное явление в истории белорусского искусства. Я уже говорил, есть в России владимирские пейзажисты. Вот если анализировать и проводить такую параллель, то где-то вот это по такому же пути движутся и кричевские художники.
Поэтому вот это как бы так. Спасибо. Спасибо. По традиции, конечно же, уважаемые художники, Глеб Анатольевич, на память то, что вы нам подарили такую прекрасную выставку, она будет месяц экспонироваться в преддверии столетия нашего района. Мы бы хотели вам на память вот такие вот скромные сувениры, но они для нас очень ценны, потому что там описана история нашего района. Я вот Ольгу Владимировну попрошу, чтобы вы Глебу Анатольевичу и нашим художникам вручили эти памятные сувениры. Выставка будет работать на протяжении месяца. Вход на эту выставку будет свободный. Вот поэтому с радостью будем рады вас видеть на нашей выставке ежедневно, кроме понедельника. Большое спасибо всем, что пришли. Для меня удивительно, что вот пространство дворца приняло наших художников. И очень приятно, что всех четверых я знаю лично. Причем один из них мой учитель, которому я, конечно, благодарна. Вот, и вспоминаю я с большой радостью и удовольствием те годы, которые я провела в художественной школе вот, с Сергеем Николаевичем Масиха. Спасибо ему огромное. И я удивляюсь каждый раз его наполненности, любовью и интересом к местам, где он живет. Вот. Антон учился в этой же школе, Рома. Их работы я видела в Могилеве, в Минске, в составе индивидуальных выставок или в составе выставок художников там, сборные какие-то. Всегда это было очень интересно и всегда это так приятно, отрадно увидеть места, которые вот такой, ну, каким-то таким волшебством взгляда художника преображаются в то, что называется искусством. То есть вроде бы места, которые видишь каждый год, каждый сезон, они такие становятся другие. Поэтому спасибо большое, и я благодарна очень людям, которые живут, творят и сохраняют для нас вот прекрасную нашу землю. Очень приятно посетить выставку кречевских художников. Особенно тронула тема природы, пробуждение, апрель, потом осень, снег, зима. Очень передадено, настолько восхитительно передадено на картине. Снег идет, ну просто невероятно, невероятно. Все художники, профессионалы, мастаки, как раньше говорили в старину, слово было такое «мастак». Это действительно так и есть. До глубины души пробирают пейзажи,
огромное спасибо за эту выставку. Молодцы, и можно бы было и куда-нибудь подальше организовать эту выставку, чтобы увидели люди и восхитились этой красотой. Замечательная выставка, так неожиданно, что мы приехали во дворец, посмотреть сам дворец, и здесь оказалось, что есть такая бесплатная замечательная выставка художников наших белорусских. Даже никто не думал, что столько талантов, и вот все здесь в одном зале. Спасибо большое, здорово. Я преподаватель психологии нашего Могилевского государственного университета имени Кулешова. Вот, и сейчас отпуск, лето, и хочется наслаждаться Беларусью, путешествовать, вот, поэтому очень приятно еще и посещать такие мероприятия. Главное сегодняшнего дня у меня было посещение выставки критических художников во дворце Потемкина. Я специально приехала из Могилева, чтобы посмотреть на картины художников, которые я не раз видела в Могилеве. Масинка, в частности, выставлялся в музее Масленникова. Там у него было много картин. В основном это была зима. И лучшая картина – это «Весна, половодье». Мне понравилось больше всех. И с тех пор я заметила, что в палитре Сергея Николаевича появились более веселые краски. В частности, он стал писать более яркую рисунку. Лето прекрасное. Раньше у него было в основном зима, а теперь вот эта прекрасная картина. Наша любимая банька, по которой я хожу на пляж, когда приезжаю из Могилева. Ну, она ветшает с каждым годом, но художник расцветает с каждым годом, наоборот. И недавно мы шли с племянницей около этой баньки, там когда-то была скамеечка. Ну, баньку восстановить нельзя, конечно, но мы просили, чтобы он нам сделал скамеечку, мы там сидим и отдыхаем. И любуемся пейзажами, которые он, в общем-то, каждый день пишет. И Слож наш родной ему не надоел. Он бывает несколько раз на речке и видит что-то новое. Однажды мы пришли на речку, и после дождя была большая радуга. Он писал пейзаж. Я с племянницей, и он нам предложил присоединиться. И мы сделали коллективную картину. То есть мы все что-то там написали. Кто радугу, кто травку, кто речку. Вот. Где эта картина, мы не знаем. Мы уже полностью это произведение мы не видели, но нам было приятно, что вы присоединились к творчеству такого художника. Мне нравится все. И дело в том, что когда человек провел детство в этих местах, эти места для него родные. И если это изображено в таком профессиональном выражении, то это дорогого стоит для человека, который, в общем-то, из этих мест. И все художники, в общем-то, я со всеми знакома. Картины реалистичные, замечательные. И человек, может быть, моего возраста, он, конечно, склонен более, может быть, к реалистичному искусству. И поэтому вот я ценю то, что они делают. Thank you.
Художники приехали с России, мы их привезли сюда, в музей посмотреть в этот. Красивые картины. Молодцы, я написали. Нам нравится. Прекрасная выставка. Каждая картина придает уют, тепло, спокойствие. Именно греческие художники смогли так хорошо передать реку, потому что они проживали здесь, видели каждый день закат, как разливается река. Картины, на которых изображен Соши в зимнее время года, передают эту радость в ожидании Рождества, Нового года, каких-то зимних праздников. Состоялось.